словно люди из другого измерения. Ночами долгими дикая страсть плевала на ограничения. Законы физики не в силах раскрыть принципы нашего притяжения. Ведь глубина твоей души для сердца моего, как целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ведь глубина твоей души для сердца моего, словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ведь глубина твоей души для сердца моего, словно целая вселенная. Yeah, okay, come on. Моя малышка, иди-ка поближе. Ведь я хочу услышать, как нежно ты дышишь, да. Шепотом выше, либо куда-то пониже. Хотя подожди, тише, тише. Приятная новость. Судя по трекам, мы с тобой стали парой года. Да, девчонки видят во мне идеал. Всем привет! Прикинь, еще раз. Все видит идеала, блядь. А ты видишь любимого гада. Огромная брюхо, очень трудный характер. Холодный и мутный в непонятном состоянии. Вечно со своими неадекватными пацанами. Да, твои подруги лишние. Всем привет еще раз. Не сплю, потому что мне утром в сервис в Infinity. Будем разбираться с моей коробкой. Еду, не знаю куда еду. Пока просто прямо, нет планов вообще. Просто еду, катаюсь, слушаю музыку. Вот, как-то так. Прости, пожалуйста, что тебе пришло уведомление. Очень милой души, меня согреют твои приливы любви. Ступим. Да, будет завтра, наверное. Если я телефон, пополню деньги на телефоне на втором. Ночами долгими дикая страсть плевала на ограничения. Доброй ночи всем еще раз. Физики не в силах раскрыть принципы нашего притяжения. Ведь глубина твоей души для сердца моего, как целая вселенная. Целая вселенная, ты словно целая вселенная. Ведь глубина. Куда я еду, я пока не знаю. Я просто еду прямо. Просто еду, куда глаза глядят. А песня называется «Ты словно целая вселенная». Ведь глубина твоей души до сердца моего, словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Сердце моего, словно целая вселенная. Я проехал сотрудника, по имени не остановили. Почему меня не останавливают они уже третью неделю? Жесть. А еще раз всем привет. Всем приветики. Я не знаю, почему вы не спите. Я не знаю, чем вы сейчас занимаетесь. Но вы крутые. Вы крутые даже просто потому, что вы сюда зашли. Вот. Я буду раскручивать дастоп-перископ. Зачем надо, чтобы меня остановили? Пообщаться с сотрудниками, это же весело. Покатай меня, тоже не спится. Напиши мне ВКонтакт. Пишите, кто вообще сейчас там недалеко от меня, я приеду вообще все равно. Можем покататься, можем поболтать, неважно. А пока я просто еду. Я не знаю, куда я еду. Девочка с глазами самого синего льда тает под огнем. Мне 20 лет. Должен же растаять хоть кто-то. Скоро Россия. Не, в Екатеринбург это немного далековато. Флорида не спит. Здорово всем из Москвы! Привет еще от всех, кто подключается!
На бас-гитаре Саша Морозов. На гитаре человек по фамилии Березов. Ты сомневаешься, что мне 20 лет? Я не знаю уже, сколько раз я показывал паспорт в перископе, но это правда. Электросталь, конечно, знаю. Но если ты мне хочешь туда предложить приехать, то я тактично откажусь. Настолько тактично, что... Блин, у меня колесо на машине спустило, поэтому, блин, в Электросталь сегодня не получится, на самом деле. Поздравить тебя. Поздравляю, не знаю, с чем, но я тебя поздравляю. Щенок хаски, это круто. Поздравляю тебя, поздравляю. Правда, не люблю собак, но поздравляю, если ты счастлив, это самое главное. Самое главное, чтобы просто все были счастливы. И, не знаю, чтобы у нас были вещи, которые делают нас счастливыми немного. У Меги менты, езжай туда. Хорошо, сейчас поеду. Планов нет на Новый год, вообще никаких, новогоднего настроения тоже нет. Ничего нет, на самом деле. Какой-то Новый год, не Новый год. Хочу тоже стоп-хам, приходи, мы будем рады тебя видеть. Езжай, где красиво. Блин, я не знаю, где здесь красиво, на самом деле. Если бы я был в центре, я бы тебе показал бы, честно. Какая ночь, что сегодня с трансляциями? Жестко, да, сегодня что-то все? Я на самом деле не заходил еще, честно, времени не было. А второй телефон, где стоп-перископ, он просто разрывен, он лежит, там денег нет, интернет не работает. Сколько зарплата в стоп-хаме? В стоп-хаме нет зарплаты, к сожалению. Сегодня полный, да сегодня одна полный трэш. Но я понял, жаль, что я сегодня не смотрел трансляции, я бы, наверное, возможно, согласился с тобой и начал бы делиться ими, и мы бы вообще начали фигачить бы всех. Но меня не было. Короче, ребят, я не знаю, будете спать вы или нет, я сейчас выйду и чуть позже зайду. Надо просто будить людей уведомлениями. Давайте, сейчас скоро перезайду.